На следующее утро Буратино взял новенькую азбуку, которую купил ему папа Карло, и в припрыжку побежал в школу. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой. Это очень хорошо, даже очень хорошо, это очень хорошо, даже очень хорошо. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо, это очень хорошо, даже очень хорошо. Чем ближе подходил Буратино к школе, тем громче неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка. Это что такое? Знаменитый кукольный театр доктора Карабаса-Барабаса! Дает только одно представление. Торопитесь купить билеты. Школа же никуда же не уйдет же. Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр. А у вас есть деньги? Деньги? Нет. Но зато у меня есть чудесная азбука с большими буквами. Смотрите, смотрите, идут кукольные артисты. Орликин. Бархатная обезьянка. Пьеро. Смотрите, в белом балахоне Пьеро с длинными рукавами. Паяцы. Собаки с пуговицами вместо глаз. Куколки в черных масках. А вот и сам директор Карабас-Барабас. Какой толстый. Борода до пят. Народец странный, глупый, деревянный, кукольный владыка, вот кто я, поди-ка, грозный Карабас, славный Барабас. Когда кукольные артисты прошли к полотняному балагану, а народ устремился вслед за ними, Карабас-Барабас заметил своего старого знакомого Дуремара, продавца пиявок.